очень плохо, да? Ну а куда уже хуже? Говори давай. Ну давай, я тебя наругаю тихонечко. Говори. Ну что случилось? Что у нее случилось? Не переживай. Элечка, зубы чистите в кровать. Вы... Эли, я сейчас злюсь. Вы внизу не убрали, ничего не сделали, как обещали. Жопы две. Thank you.
Элли, нет, свою кровать, пожалуйста. Что за бред? Элли! Да покачину! Задница! Завтра с Лизой вместе просыпаешься и отвозим ее встать. Да. Потому что вести себя не умеешь. 10 раз просил внизу убрать. Вот зараза. Или в свою кровать. Thank you.
Да. Бывает так. Thank you.